Добрый вечер всем, ребята, гости канала. Сегодня будем пить такой вечерний, скажем так, ужин, второй ужин. Недавно поужинал, в принципе. Хотел ответить на вопросы некоторых подписчиков, да, вот, которые задавали за последнее время. Вот, у нас, конечно, такой мукбанчик, вот печенье Артемон, и вот такие вот уголки, да, с исповеда. Вкусно. Ну, и многие пишут и писали вопросы: Дима, как ты относишься к людям там, азербайджанцам там, цыганям? Или как ты относишься там к русским, к украинцам? Ну, то есть разные вопросы, они повторялись. Вот я хотел ответить сегодня именно на вопрос, чтобы уже конкретно, если кого-то будет интересовать, и тех, кого интересует, чтобы понимали, что я думаю по данной теме. Вот. Итак, ребята, всем приятного аппетита. Заварим кофеёк, чаёк. Но поехали к рассуждению. Для меня принцип такой по жизни. Какой бы национальности человек не был, или это украинец, или русский, или азербайджанец, в первую очередь нужно оставаться человеком. И вот, и в первую очередь, если человек относится по-человечески, по-нормальному, да, вот, по поступкам можно определить этого человека. Вот, и поэтому, скажем так, какого-то разделения нету, кто бы это ни было. Для меня принцип такой: главное всегда оставаться, быть человеком. Тогда люди к тебе подтянутся, как говорится. Потому что, может быть, даже среди своей нации люди такие, которые готовы, как говорится, глотку перегрызть, да? Вот. Поэтому не надо так делать злобу на кого-то затаивать. А наоборот, если видишь, что люди... Понятно, все люди мы разные, и у нас у каждого свои ожидания. Ну, в первую очередь, если человек относится по-человечески, то будьте вежливым и делайте так же. Вот, в принципе, то, что хотел сказать. Вот. Ну, всем, ребята, приятного аппетита. Сильно на ночь не наедаемся. Но перекусить надо. Остаются вопросы, пишите внизу в комментариях. Ну а мы начинаем уже готовиться ко сну. Пару печенек. И баю-баю.